Вы предлагаете себя как исполнительницу в нашем спектакле? Конечно, мы решили сыграть Белоснежку. Это предложила Рэй. Ты согласен? Белоснежку? Вот именно. И поскольку предложил это я, думаю, я могла бы сыграть и саму Белоснежку. Это нечестно. Белоснежку должна играть я. Я обаятельная и хорошенькая. Вы обо мне не забыли? Эту роль сыграю я, потому что у меня самая большая грудь. Тебе не стыдно такое говорить? Хотите сравнить?